есть особенности хирургии в сознании, это в том, что пациент в это время полностью находится в контакте с бригадой операционной. Вот. И здесь подключается принцип, как бы он включается в команду. То есть сам пациент включается в команду, грубо говоря, врачей, специалистов, да, которые тоже он взаимодействует, очень активно помогает нам для того, чтобы не было никаких последствий после операции, сохранить его определенные функции, которые здесь в этой зоне очень функционально значимы.